Я в Евпатории. Здравствуйте, мои дорогие. С 5-летием присоединения Крыма. Ветрище сегодня. 11 градусов тепла. Ветер жуткий. Еду я в Севастополь. Не знаю, будет что слышно или нет с таким ветром. Но вот сейчас придет автобус с Евпатории до Севастополя. И я поеду. Часов 5 должна быть там. Ой, сколько лет я на свете прожила. Вот такие туалеты я вижу только в Крыму. Божество. Господи. Мне повезло, буквально через 15 минут пошел автобус на Севастополь. Вот, ехать еще часа 3, но это еще не все. Еще и плыть придется. Что-то весь автобус какой-то громыхучий. Мне почему-то всегда билеты достаются на неинтересную сторону в автобусе. Вот море сейчас будет с правой стороны. Но вы не уходите, потому что я вам еще покажу Приморскую набережную, центр Севастополя, с воды, так как мне придется там на катере плыть. Понятно, что вам не видно ничего, но там такие волны. Вода мутная. Ну ладно. Вот от Евпатории мы доехали до города Саки. Ну, она вот эта дорога проходит. Ну, такой практически одноэтажненький такой городок. Но центр красивый. Но мы в центр не будем заезжать. Жалко. Надо съездить как-нибудь. Конечно, листьев на деревьях. Ну ничего, все равно весна. Чистенький. Вот там, где храм, там центр. Ну вот, освободились места с правой стороны. Я пересела. Там хоть потом море будет видно, хоть издалека. Ой, а тут солнышко все отсвечивает. Что так сделать? Мне писали в комментариях, что я как-то так, ну, не понравилось, как я говорила про 5-летие присоединения Крыма. Мои дорогие, я давно уже так отношусь ко всем праздникам. Я 12 лет на пенсии. И все праздники, даже выходные дни для меня, ну, вообще не актуальны. Я не помню, какой день-то обычно, недели. Да и есть мне чем заниматься.
Ну вот сегодня очень хорошо, что я вырвалась. Немножко надо отдохнуть. Потому что, чтобы что-то снять, надо что-то сделать. А чтобы что-то сделать, надо что-то для этого купить. Поэтому у меня постоянно голова занята и руки заняты. А иногда нужен отдых. Вот, начались тополя. В степи их нет. А тут много-много. Ну, сейчас они без листочек. Это я отсвечиваюсь. Вот честно сказать, особенного праздника я не увидела по дороге. Но автобус наш прям соответствует дню. Все красненькое. Ой. Мыша сколько. Все. Все заросло. Вообще очень заметно, как меняется природа. Наверное, люди на рыбалке, что ли? Столько машин. Ага. Ой, господи. Что ж тут водится? Вон, сожгли камыш. Видите, черный какой. Вам, наверное, не видно ничего. Вот. Что хочу сказать, что очень меняется, да, природа. Вот Черноморский степь до Евпатории. А после Евпатории уже по-другому. Какие-то, ну, более холмистная такая местность. А ближе к Севастополю вообще горы начинаются. Коровки пасутся. Ох, я чувствую, не будет Саша этого монтировать. А мусора сколько вдоль дороги, это ужас. Повернули, солнышко оказалось с той стороны. Но скоро опять повернем, опять будет солнышко. Вот что еще хотела сказать. Мне очень в Крыму нравятся названия населенных пунктов, особенно маленьких. Раздолье. Вот очень мне нравится, есть, называется поселок «Приятное свидание». Это же вот надо так назвать. Аппетитное, светленькое. Ну вот прям такие, ну уж понятно, там всякие грушовые, виноградные. Это вот еще не запоминаешь как-то, а так прям такие очень приятные. Так, сейчас опять на солнышко свернем. Николаевка. Дети плачут. Вот, заехали, забрали двух человек и поехали обратно на трассу. И опять тут солнышко. Не успела снять. Стоит полиция и заворачивают с дороги все фуры. Ну, вообще, вот эти все большие машины. Чем-то груженные, закрытые. И всех в сторону. Там стоят штук 20, наверное, машин. Видимо, опасаются трактов каких-то, что ли, с помощью машин таких больших. И вон самолетики стоят. Видно вам, нет? И
деревья уже кусты зацветают. Вот тут же этот Бельбек, по-моему, да, находится аэропорт. Или что-то еще такое. Вон уже зацветают беленькими цветочками какие-то деревья. Ой, вам, наверное, не видно, быстро очень. Вон они. Так-то все, конечно, еще страшно. А, ну это мы уже свернули в сторону моря. Ой. Под горку несется. Да. Привет. Привет, да. Спасибо. Ну ты прям ни хрена тебе не делается, хочу сказать. Все моложе и моложе. Ведьмы не стареют. Да? Ой. Так, ну что, пошли в машину кинем, или да. Тебе надо? Не, в машину кинем. Нет. Как доехала?